18 ноября в дежурную часть поступил звонок. В доме по улице Садовой, хутора Воскресенский, была совершена кража. Оперуполномоченный полиции Дмитрий Погодин в составе опергруппы выехал на место происшествия. Неустановленное лицо проникло в частное домовладение. На данный шорох потерпевшая проснулась. Подойдя к мужчине, она спросила, что вы тут делаете. Он нанес ей один удар кулаком в лицо, после чего похитил имущество. Ноутбук и 3000 рублей стали добычей преступника, который скрылся в неизвестном направлении. Благодаря записям камер наружного наблюдения и бдительности продавцов продуктового магазина, которые хорошо запомнили преступника, сотрудникам полиции удалось в короткие сроки его задержать. В ходе проведения УРМ был выявлен гражданин. При нем находился похищенный ноутбук. Совместно мы его задержали, доставили в отдел, где впоследствии данный гражданин дал признательные показания. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый житель Республики Башкортостан, приехавший в Анапу на заработки. За содеянное преступление ему грозит до 7 лет тюрьмы. С какой целью прибыли в город Анапу? С мая месяца я работаю здесь. За что были задержаны? За кражу ноутбука. Признаете свою вину? Чтобы обезопасить себя и свое имущество, сотрудники полиции настоятельно рекомендуют не пренебрегать элементарными мерами осторожности, плотно закрывать двери, окна, не оставлять имущество без присмотра.